Добрый день, дорогие друзья. Хочу порадоваться. Небольшая победа над борщевиком. Ну, как победа? Еще не совсем, но, тем не менее, в этом году он уже семян здесь не даст. Это, соответственно, дальнейшего развития, распространения конкретно в этом месте уже не будет. Поэтому то, что мои труды здесь были потрачены не зря. И сейчас я вам покажу, какая ситуация. Кто видел мое предыдущее видео, где я скашивал на опушке в лесу, здесь такая небольшая опушка, был очаг такой достаточно приличного объема, высокие деревья. Ну, я ссылку вставлю здесь вот в подсказках, в описании, если не видели, можете посмотреть. А сейчас давайте я вам покажу, какая ситуация через, я даже не знаю, наверное, недель через три, недель три, наверное, прошло примерно. Ну, я вставлю сюда видео, дату, когда это было, и сколько прошло, можно будет посмотреть. Сегодня у нас 11 июля. Давайте смотреть. Вот так это выглядит. Вот после срезанного лопатой мною борщевик, вот за три недели он вот так вот зашел. Что меня радует, это то, что здесь сейчас очень мало цветущих. То есть здесь практически их нет. Единичные там вот вылезают некоторые. Вот, вот здесь вот начинает появляться цветы, и здесь распускаться начинает потихонечку. Вот он. Но это вообще ни о чем, в принципе. Поэтому я очень рад тому, что я все-таки остановил здесь размножение. Еще несколько лет здесь будет расти борщевик, пока он полностью не, скажем так, не выведется отсюда. Пока семена еще в земле есть, но корень живет 2 года, ну, здесь вот почки начинают формироваться. Ну, это я сейчас все посрезаю, и дальше распространения семян не будет. Вот такая сейчас картина. Это то, что я вот здесь по краям, это я, у меня сил не хватило, мелочи я уже не срубил. Ну, а вот та часть, которая самая крупная была вот здесь в центре, палки огромные валяются здесь, это я все порезал. Ну, вот здесь вот тоже начинает формироваться. Сейчас тоже пройду, все подрезаю. Ну что ж, в принципе, меня это радует, что все вполне возможно, если даже такие очаги, если у вас такой очаг на участке или рядом с вашим участком, не оставайтесь безучастны от этого. Обязательно удалите, хотя бы как я. Я здесь всего потратил примерно, ну, час-полтора, но зато очаг локализован. Конечно, в следующем году еще потребуется обработка, но тем не менее. Ну, вот такая сейчас картина на данный момент. Как я уже сказал, сейчас я с семенами поубираю. И все. Я считаю, что в этом году уже еще пару раз сюда нужно будет прийти, посмотреть состояние. И, скорее всего, в этом году уже здесь не будет ничего из семян. Может быть, начнут чуть-чуть еще розетки в конце. Может, недельки через три еще вылезать. Но я их все подрежу, и семян в этом году здесь точно уже не будет в таком количестве, в котором оно планировалось. Поэтому маленькая такая небольшая победа, что очень радует. В другом месте, конечно, где я сейчас веду активную борьбу с борщевиком, там, конечно, ситуация очень тяжелая. Там очень много в лесу, палки по 3-4 метра высотой, очень тяжело срезать. Семена сейчас активно начали уже развиваться. Там, конечно, сложная ситуация, но, тем не менее, тоже решаемо. Поэтому не оставайтесь безучастны от этой неприятной, скажем так, вещи, чтобы ваши участки не зарастали, чтобы потом как-нибудь приехали, когда все-таки смогли вырваться к себе на участок, приехали, не увидели такую ужасную картину, когда у вас по 3-4 метра палки борщевика. Такой ужас будет. Если не убирать борщевик. Через которые даже пройти невозможно. Сразу говорю, очень тяжело бороться, когда уже большой очаг и очень большое распространение. Лучше сразу на начальном этапе это дело устранять. Еще небольшое дополнение хочу сделать. Вот я срубил борщевик под корень, бросил и оставил. И тем не менее, питание в стебле, вот в этом, сколько он там был, метра 2,5-3,
хватает для того, чтобы сформировать розетку с семенами, чтобы они даже лежа на земле начали выполнять свою биологическую программу. То есть вот настолько хватает силы внутри, чтобы сформировать семена. Сейчас я вам покажу эти розетки. Я уже даже некоторые посрезал здесь. Давайте посмотрим. Вот видите, да, розетки с семенами. Да, они мелкие, да, они небольшие, но тем не менее, вот здесь уже начинают вызревать семена. И вот он лежит срезанный, весь темный уже, почти высохший. И тем не менее, вот бутон. Во-первых, вот раз, бутон маленький. Вот он. Не срезать его, он здесь тоже начнет, но здесь, конечно, не хватит сил. Но тем не менее, вот он, смотрите, бутон. Он весь пожелтел, потемнел, но тем не менее, внутри, сейчас я вам покажу. Здесь вот, смотрите, вот они, начинают формироваться. Если так оставить, вот он просто не раскрылся, да, то вот как здесь вот, он раскроется, и семена все-таки созреют. Поэтому очень внимательно нужно быть к этому. И вот такие вещи отслеживать и убирать сразу. Розетки срезать вот так вот, чтобы не было питания для семян. Вот так вот, прям под корень возле зонтика срезать. Вот. Вот он, да? Розетка эта самая, да, зонтик. И вот здесь прям под корень, чтобы не было питания, иначе семена вызревают спокойно. Стебель достаточно мощный. Вот я с корнями, видно, вырывал, тем не менее, вот. А вот стебля хватило. И вот здесь тоже вот. Вот я отсюда достал. И здесь вот еще одна внутри закрыта. Вот она. Одна в одной идет. Вот. Вот еще одна. Внимательно смотреть надо. Внимательно. И убирать все это дело. Ну, здесь уже, конечно, не созреет, но тем не менее. Вдруг. Вот. Здесь уже точно созреет. Вот такое небольшое дополнение. Поэтому за борщевиком очень внимательно надо смотреть. Все, каждый элемент, каждый стебель влияет. Чтобы потом не вроде как все скосило, а потом бац, еще одно заражение семенами произошло. Поэтому вот обращаю ваше внимание на это. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте мне нравится. До встречи в новых видео. Пока!